слышишь. Что вы там говорите? Можно? Отлично. 15, 10. Удар! Пацан, играем, играем, играем. Удар! Еще! Молодец! 8. Удар! Здорово! Вот, Андрей, низом. То, что надо. Антон, не точно, вообще не. Андрей! Хорошо. Всем привет! Спасибо кинофестивалю «Бирдуино» за такую высокую оценку нашего фильма, фильма «Тренер». Благодаря вам о таком виде спорта, как футбол для незрячих, узнало еще большее количество людей, и это, безусловно, очень-очень важно. Когда я позвонила главному герою фильма Олегу Кириллову, чтобы рассказать ему замечательную новость о том, что мы выиграли в номинации «Лучший иностранный фильм», он сказал, что после съемок нашего фильма к ним стали проявлять очень большой интерес, им стали дарить мячи, про них хотят снимать еще фильмы. И это, я считаю, тоже победа. Так что спасибо еще раз за то, что проявили интерес к нашему фильму и за такую высокую оценку.